Хей, йо, гейс, с вами Шамики, мы продолжаем пройдить игру по названию Far Cry 3 Blood Dragon. Да, у меня, короче, опять они разговаривают насчет игры, все такое. Потому что, типа, мы же закончили когда вот он. Теперь и все. Карта. Новую карту мне дают на продажу, я ее куплю. Так, хилки я покупаю. Пускай у меня будут хилки. Всё. Бронежилет тоже куплю. У меня как раз нихера у меня денег. У нас хотя бы здесь рюкзака нету. И то радует. Оружие. А, боеприпасы. Купить боеприпасы. Окей, со скидкой плюс. Оружие. Кобальт. Какая разница в прицеле? Убийца черепашек. Прикольно название. Он не толстый, он полный. Так, искушение. Стабильный прицел. Дальность, да? А, то есть это у нас типа еще один. Точность. Куплю, почему бы нет. Мобильность. Ящик патронов тоже куплю, почему бы нет. Здесь два прицела у нас, в принципе, идет. Мощный оптический прицел сочетается... Так. Засчитайте волски на голове врага. Но лучше стреляй. Противотуманный прицел. Вышел снайпер из тумана. Покупаем. И вот это еще нужно. Хотя полуавтомат херь. Глушитель. Или что это? Так, дробовик. Урон. Больше урона, но это две пульки буду сразу тратить. Нафиг надо. Пистолет. Рукоятка. Рукоятку куплю. Стрельба лазером. О! Урон! Нихера тут урон. Что, ребят? Время... Мудак Рекс — это ментально ущемленный достоверно асоциальный кретин. Акроним такой. Но его, пожалуй, кончились, да? И без дальности. Типа, смотришь вон, да, типа, лестни. Ух, отлично. На самом деле, это прикольно. Так, я купил уже снайперку, так... расходные материалы. Патроны мне нужны. Докупить патрон на снайперку. Окей, теперь у меня патронов. Хера у меня патронов. И погнали выполнять миссию. Путь хищника. Киберакула. Это суперакула, ее зовут Броди. Она... Броди это вот тот чувак, который у нас был в Far Cry 3 с делом обезьян. Зуб за зуб. Миська и... Опа-па-па, погнали. Так, мне лодку, надеюсь, предоставят. Нифига мне перячить. Хотя, я могу тут взять лодочку. Тихо, где она тут? О, как раз у меня пулеметом ее оснадили. Врум-врум-врум. Так, подожди, это как раз же... О, это как раз до зоны, куда мне надо, ребят. Ништяк. Отлично. Я только за. Я только за. А, мне сейчас уже еще оружие предоставят, точно. Так, там ящик утонувший. Тихо-тихо-тихо, не хочу быть съеденной. Съеденной. Съеденным. Съеденной. Ребят, у меня новая пушка. Довольно... Серьезно?
А почему они не сказали, что нужна граната? Рассчитано, прочитано. Скажу так. Когда вы нападаете на элитного солдата, готовьтесь, что ваш пукан порвет на кусочки. Не, ну снайперку я улучшил хорошо. Вдруг я туда пойду, там, блядь, терминаторы будут. Так, давай, чтоб ты меня не съела, когда я в воду залезу. Тихо, плывут, плывут уже. Посоть. Посоть пису. Так, поехали. Точка следующая. Я хочу с вами, знаете, просто... Хотя я уже, считайте, самый крутой здесь. Кибер-котлета. Потом нужно будет остановить маршрутик, спрыгнуть, быстро все сделать. У нас осталось здесь, в принципе, вот 4 или 3 блокпоста. Даю новую задачу. Уничтожьте всех врагов. Ту-ту-ту-ту. Главное, что тут нету акул. Надеюсь, то, что плавая лава то под водой, мне показалось. Так, как? Так, давайте я метку уберу эту. Не мешает. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Нужно делать все тихо. Неужели они меня не увидели? Что? Ты увидел труп? А, что он заметил? Ну ладно, не суть. Что, они тупые? Они типа не видят, как я их режу? Или как? Как что? Нужно этих тоже двоих схватить. Дум. О. Над собой слышу одного. Минус. Сигнализацию теперь нужно. Умри в тишине. Было бы плохо, если бы меня заметили. Я тихий убийца. Люблю убивать всех тихо. Он подойдет сюда, я его зарежу. Потому что что правильно я могу. Плюс здесь можно выключить сигналку. Здесь есть ящик. На халяву я открою, получу бабло. Врагов не вижу, значит они где-то сверху. Либо остались только внизу. Если да, то я их сниму снайперкой. Что вот тут такое? Там какой-то храм. А ну-ка. Давайте примерно. А, там телек. Там телевизион.
Ага. Изменения в природе. Как-то так. Как-то так. Сейчас, короче, возьму тогда миссию по зачистке кого-то, кого-либо. И пойдем за телеком. Нормально, спрыгай. Ну, я... Пипец мне сердец. Спасение заложника. Омега захватил ученого по имени Найджел и собирается поступить ему пулю в лоб. Спасите его и пустите пулю в лоб парням из Омеги. Если бы... Если туда, то окей, без проблем вообще будет. Вообще без проблем. Забираемся в мою лодочку. Плывем до сюда. Встаем. Меняю оружие. Бабло. На всякий случай сканирую акул поблизости. О, я могу отсюда спрыгнуть. Тихо. Это хорошо, что я зацепился. Слышу телек. Что это за храм хотя бы? Блин, почему я не могу бить в воде? На самом деле это плохо. Если бы я мог атаковать, когда я в воде, мне нужно ската убить. Мне нужно убить ската. Тут еще осталось, ребят, где-то серии 3. С этими подборами, с этими находками. Ну, искать я буду потом, а вот аванпосты, чтобы быстро перемещаться просто между точками. Это лучше сейчас выполнять. Там-та-та-там. О, кости. Динозавров. Хотя все возможно. Пук. А мне уже начинает нравиться. Что это такое? Яйца. Телевизор найден. Телевизор. Телевизор. Ничего не дает. Интересно, Эрили, что за яйца? Откуда они здесь? Думаю, узнаем это позже, скорее всего. Может быть. Маловероятно, но все же может быть. Там-там-там-там-там. О, напасть из воды. Это лучший вариант тех убийств, которые я мог бы предложить. Здорово.
Если он сейчас пойдет к водичке, к этой стороне, я его грохну. Да, я могу быстро, вы знаете, я могу их разорвать на части. Но я человек, который... Вот представьте, что это я в реальности. Конечно, я буду по стелсу всех грохать. О. Тихо. Он не в моей, да, зоне досягаемости. Хотя ладно, сделаем вот как. О, тут ящик был. Здоров. Блин, тот ходу, нужно его грохнуть. Ты тоже ходишь? Тихо, он не заметил, да? Походу... Я знаю, куда он идет. Тихо, тот сейчас отвернется, я сейчас втихаря вот так зайду. Или не зайду. О, давайте лазер посмотрим. Птю, птю. Прямо уж. Ты сделал доброе дело. Да. Да. Крутяк. Так, что дальше? Отправляемся мы с вами вот сюда. Потом будем ходить, собирать кассеты, собирать датчики. Собирать все, что плохо держится. Если рели брать машину и мою скорость, то моя скорость будет быстрее. Я не умираю с высоты. Так, плюс здоровье. Левел ап плюс хп. О, тихо. По пути все равно иду. Все равно по пути иду. Так, заметка Карлайн. База данных. Особые предметы. Заметки Карлайн. Заметка 5. Итак, я сделала себе инъекцию драконьей крови. Результаты оказались несравнимы с ожидаемыми. Вместо того, чтобы чтобы усилить меня, кровь давала сверхсилу наноботам. Теперь они не истинны. Так. Неистовствует в моем теле, творя неизвестное что. Тем не менее, я уверен, что мое здоровье и сила воли смогут противостоять чему угодно, несмотря ни на что. Сегодня вечером я намерен встретиться с доктором Дарлин и объяснить ей о своих намерениях, начать с ней встречаться. Да, как-то так. Как-то так, как-то так. По пути да, будем собирать, в принципе, почему бы и нет. Не, там, где стреляют, это не мои проблемы, на самом деле. Вот телек. О. Игрушка. Так, вот это жутко. Но хоть сраные перья собирать не надо. Что это за место? Тут уже куклы начали появляться. Так, здесь нихера у нас нету.
Какие-то заброшенные храмы. Ну, это с третьей части, скорее всего, связаны вот эти храмики. А вот это вот что за место? Ладно, док. Что это за бункер? Центр Хаузера Святая Святых. И питомник, где мы разводим кровавых драконов. Питомник? Сло. И как только ты связалась с этим психом? После того, как советское вторжение остановили, взорвав Канаду, мы остались без дома. Слоун позвал сюда, дал цель. Никто не ждал мятежа. Ладно, док, но в питомнике наступит тихий час. Задача — попасть в центр Хаузера. А мы, походу, активировали миссию сюжетно. Так, ладно. Серьезно, мне нужно миссию выполнять? О, да вы издеваетесь. Ладно, давайте. Блин, нет. Могу я ее отменить? База данных. Особые предметы. Телевизор. Блин, я не хочу, пожалуйста. Пускай будет просрано, пускай. Мне все равно, я захватываю точку. А, то есть... Я не смогу ее захватить, потому что тут никого нету, да? Типа это нормально? Народ, это ненормально. Ладно, я специально убегу далеко. Покидайте. Все. Поиск. Есть новая задача. Не оставляй. Зачем я подошел к сюжетным? Ладно, док. Что это за бункер? Центр Хаузера Святая Святых. Ладно. И питомник, где мы разводим кровавых драконов. Питомник? Сло. И как только ты связалась с этим психом? После того, как советское вторжение остановили, взорвав Канаду, мы остались без дома. Слоун позвал сюда, дал цель. Никто не ждал мятежа. Ладно, док, но в питомнике наступит тихий час. Задача — попасть в центр Хаузера. Поздно оборачиваться. Мудак. Ладно, оружие позволит мне всех рухнуть нахер. Ведь ничего не спрятано, значит. Поехали. Новое задание. Я не хотел сюжетку начинать. Добро пожаловать в бункер будущего. Здесь все ваши ожидания станут явью. Я внутри, док. Многовато техники для питомника. Тут яйца. Просто питомник. Тут эти яйца. Слоун создает мозгоблоки для драконов. Пока на них мозгоблоки, они нападают на киберсолдат. Разберемся. А тут дракон. В цеха мозгоблоков, Рекс. Увидишь дракона с мозгоблоком, стреляй по ингибитору агрессии на затылке. Они начнут вести себя нормально и смогут атаковать киберсолдат, а также реагировать на киберсердца и огонь. Уничтожьте прототипы мозгоблока. Ну,
Да. Давай, давай, иди. Я понял. Отлично. Я могу спрыгнуть. Подниму тревогу. А мне это нафиг не надо. Где кнопка? Ой, боже. Ладно, обойду. Тише будет. А не, это дорога вниз стоять. Дракон не будет меня атаковать, пока он меня не видит. Так, так. Уничтожьте следующий прототип. В это смутное время красной угрозы наш пятизвездочный бункер защитит вас и вашу армию от радиоактивных осадков и подземных мутантов-каннибалов. Каннибалов. Но лишний огонь тоже не хочется делать на самом-то деле. Нужно, чтобы было меньше вижена врагам. Убью здоровяка, застрелю сразу этих типов. Дракон не выберется, потому что тревогу не включили. Если не включили тревогу, значит дракон не нападет. Перейдите в следующий цех мозгоблоков. Перейдем. У нас два, да, их на вариант. Ладно, пойду туда, куда нужно. Жуткие двери. Да-да, громкие. Аж обосраться. Так, я чуть не усрался. А здоровяк где? Пускай они идут. Во-первых, мне нужно сигналку вырубить. Уйди, пожалуйста, или бат, вернись. Ладно, дело болевое, верно. Или все сделать. Если он сюда пойдет, я только буду рад. Я его зарежу и метну сюрикен в того. Понятно. Нихера их там!
Хорошо, что я не вошел во врага. Тихо. Ладно, тихо, я понял. Зараза. Воротливый. Уничтожьте последний прототип. Херово вышло, конечно. Не-не-не, аптечка подобрана. Здесь их не должно быть, по сути. Да? Стоп. Задача выполнена. Тревога, тревога. Вторжение. Всему личному составу не допустить чужака к двери, ведущей в питомник. Комп, новая задача. Принято. Задача открыть дверь бункера. Задача выполнена. Спрыгните на подуровень. Я что, самоубийца? Ты не самоубийца, а киберубийца. А, ну это что, типа меняет, да? А побыстрее никак нельзя. Так, сразу минус двое были. Короче, миссию выполняем и заканчиваем. Задача. Захватить огнемет и уничтожить кладки драконов. Тревога. Дракона? Вторжение на нижний уровень. Не дать чужаку пройти в питомник и направить аварийные огнеметы на кладки яиц. Применять несмертельные снаряды, чтобы не повредить кладки. А что тут еще есть? Разрешаю уничтожить нарушителя. Люблю яичницу. Внимание! Настенные огнеметы используются только в чрезвычайной ситуации и по разрешению. При наличии сомнений воздержаться от использования. Удачи! Да что ты по мне пуляешь, ты? Бабах. Эбех. Обожаю живот. Люсик. Голову. Хедшот. Хедшот. Это оно, да? Вау. Ну что, время поджарить. Мега. Жалко, нет бекончика. Учтите, огонь только возбуждает кровавых драконов. Я типа в слепой точке. Я что, в слепой точке?
Бля. Ара, давайте, короче, на этом, я думаю, закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И что же будет дальше, вы узнаете в следующей серии. Поэтому всем пока.